Привет, интернет, с вами дядя Сереж и канал Айда Мастера. Сегодня я закончил еще один санузел, черновая разводка, находится дом у разлива в Сестрорецке, кому интересно. Сделал вот так вот. Значит, ну как вы видите, я перепаял ГВС, ХВС перепаял, стейки, это последний этаж, поэтому смогли с этого места перенести в стяжке. На эту сторону перенесли, чтобы здесь ничего не было. Вот. Значит, да, тут вроде как санузел был совмещен и стал раздельный. Далее я, соответственно, водные краны поставил, группу безопасности. Ну, не группу безопасности, а защиту от протечки. Редукторы мои любимые с манометром и с грязевиками. Счетчики, фильтры магистральные для того, чтобы уберечь сантехнику, арматуру, все, чтобы она дольше прослужила и реже ее обслуживать. Проточный водонагреватель Thermex, первый раз, кстати, ставлю. Вот, обычно ставил я накопительный, тут проточный. И ну, вот фаровские коллекторы, все сделал с помощью трубы Stout, ну, полипропилен это Voltec. Вот я обжимаю его, я обвязываю все комплектующие коллектора узла ввода, система фильтрации полипропилена. Некоторые говорят, что вот надо делать там нержавейкой, медью, там еще металлопластиком, рехау. Я делаю так, потому что если что-то вдруг случится, человек может сам, либо сам, купив сам дешевый паяльник, отремонтировать, либо нанять сантехнику, у которого всегда будет паяльник, у любого сантехника есть паяльник, смогу и мог узел починить. Если сделать на пресс, то, возможно, у сантехника в ближайшем окружении, да, которого найдет клиента, не будет с собой инструмента нужного, то есть вообще, и влипнет на несколько дней, может даже недель, с какой-то проблемой. А вода, как вы понимаете, это штука серьезная. Также я частично, штробы уже были сделаны, я частично доштробил, утопил планки, поставил водорозетки, вот здесь будет такой импровизированный смеситель. Вот. Проштробил в этой стенке, очень было сложно, конечно же, это сделать. Вот, стенка тоненькая, надо было так сделать, так, чтобы ничего не упало никуда. Вот, и утопил здесь. Значит, смотрите, трубы пошли наверх, потому что тут перенос у нас кухни. Кухню перенесли в комнату, объединили ее, комнату с кухней. И здесь 4 выхода. Мойка холодно-горячая, стиралка холодная и посудомойка холодная. Здесь же будет еще сололифт. Вот. Решили сделать стаутом 32-й трубой, чтобы было без стыков, потому что все это, видите, уже все зашито. Все зашито и, конечно, лучше без стыков. Ну, можно было и 32-ю трубу металлопластику использовать, либо даже ПНД-шку. Ну, ПНД-шка очень плохо гнется. Вот. Но можно было даже ПНД-шку использовать тоже как вариант. Там ничего такого криминального не было бы. То есть, ну, нормально бы. Некоторые даже делают с канализационной трубы, то есть вот стыкуют, но я не хочу и не советую вообще никому делать там, где зашиты потолки, то есть даже нету натяжного потолка, сделан гипрочный, либо какие-то другие конструкции. Вот такая вот работа. Значит, смотрите, ребят, по денежке, сумму, давайте сумму аппарата сейчас я не знаю, я напишу сейчас это самое, увидите в тексте, это на видео. Значит, все вот эта обвязка обошлось клиенту в 50 примерно тысяч рублей. Вот такие вот дела. Вот. Значит, смотрите еще. По работе вышло то, что я вот это все сделал, смонтировал, вышло около 28 тысяч рублей. Это по работе. Вот. Я говорю, что штробы не все делал. Я доштраблил, грубо говоря, потому что мне попросили доделать, потому что некому было делать, поэтому так вот. Так что вот такие дела. Надеюсь, такой вот обзорчик вам понравился. Вот. Я себе, в принципе, не рекламирую, у меня работы так хватает в Сестрорецке. Вот. Кому интересно, просто если в Сестрорецке вы хотите хорошего сантехника, ну, я так себя считаю хорошим сантехником, ну, судить, конечно же, вам, то обращайтесь, конечно же. Вот. В других районах города я не работаю уже, просто уже нету ни времени, ни сил, как бы, и есть кого-то куда еще расти помимо сантехники. Так что все. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Пока.